Приветствую вас, и для того, чтобы ответить вам на вопрос, нужно проанализировать, собственно говоря, первые отношения ваши, в которых это чувство проявилось. То есть данное чувство отторжения есть следствие определенных страхов внутренних, которые, по сути дел, означают, что вы чего-то опасаетесь, вы от чего-то пытаетесь защититься. И происходит это неосознанно. Если уже в первых отношениях с мужчиной у вас такое произошло, значит, дело действительно в детско-родительских отношениях, и возможно, у вас были проблемы при взаимодействии, например, с папой, из-за чего вы опасаетесь чего-то в мужчинах. Тут нужно анализировать ваши отношения, ваше детство и на основе этого выявлять причину вашего страха, выявлять причину того, что вы как бы не до конца человеку отдаетесь, и после этого ее устранять, чтобы вы могли наконец спокойно свои чувства выражать, спокойно быть в отношениях, наслаждаться ими и не, собственно говоря, находиться в конфликте самим собой. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Если вам может понравиться, делайте его лучшим. Пожалуйста, буду благодарен. Желаю вам всего доброго.